С особой тщательностью он копает вглубь. Сантиметр за сантиметром экскаватор снимает слои почвы. Перелопатить предстоит не 1000 кубометров земли. Преобразования на водоеме идут практически в самом центре Уссурийска, в районе Чечеринского моста. Несколько дней техника трудится на реке Раковка. Главная задача – убрать остров, который возвышается в самом центре. И в момент подъема уровня воды мешает нормальному течению. В такие периоды страдает вся территория вокруг. В считанные часы вода поднимается и затапливает русский рынок. И в каждый паводок площадь этого островка растет. Сейчас эта территория 70 метров на 200, высотой чуть более 3 метров. Именно столько экскаватор срезает грунта. Корни выросших за годы деревьев осложняют процесс. Медленно и верно рабочие продвигаются к поставленной цели. Объем работы здесь где-то, наверное, 1008 кубов. Ну, еще вот, наверное, где-то примерно вот так причину, где-то 5000 надо вывести. Вот на русло зачистить, чтобы резко протекало нормально. Не один десяток рейсов в день делают самосвалы, сгружают землю здесь же, на берегу. В перспективе часть чернозема пойдет на укрепление берега, излишек вывезут. А он точно будет. По 150 кубометров в день вывозит каждый грузовик. В данный момент работы ведутся здесь, также одновременно ведутся работы в районе Борисовского моста. Там то же самое очищается русло реки, слева и справа от моста, там тоже имеются проблемные участки, наносы, засоры, которые мешают свободному водотоку реки. Болевые точки в Уссурийске определили специалисты краевой комиссии. После обследования водоемов выделили деньги на самые проблемные участки. До конца года работа на двух реках округа завершится. Но это не конечный этап. В перспективе предстоит расчистка и спрямление русел на других проблемных зонах. Ольга Муравьева, Антон Войцеховский, Телемикс.